Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас биш-бармак. В нижнем видео смотрите, как выглядит, потому что у меня тарелка не совсем такая, как нужно, а там на дно льется бульон. Поэтому я даже поднимать всю тарелку не буду вам. Итак, как его кушают? Руками берут кусочек теста, туда отламывают мяско и лучок. Вот так это все выглядит. Сын вилочкой кушал и кушает. Слов нет. Бульон я вам покажу. Все. Мы с дочкой будем кушать. Ждем мужа. Будем радоваться. Он поел, сказал 100 из 100. Попробуйте это приготовить. Еще раз быстро рассказываю. Мясо берете любое, какое хотите. Варите вообще его вообще лучше 2-3 часа. Делаете тесто на этом бульоне. Два яйца или одно можно вообще без яйца. Тонко-тонко пласт раскатываете. Вот на такие прямоугольнички режете. Мясо достаем. Тесто варим в этом же бульоне. Потом ошпариваем лук, чтобы вот он таким вот стал. В этом бульоне буквально закинули, можно на шумовочке, все это так чуть-чуть вскипело и достаем. В бульон единственное я еще добавила черный перчик, ну и соль по вкусу, все.